Компания Toyru совместно с телеканалом Toyru TV представляют. Игра в четыре руки. Маша, привет. Привет. Я пришел к тебе и принес тебе, как всегда, новую игрушку. Ты любишь смотреть кино? Смотря какое. Люблю, конечно. А кто не любит смотреть кино? Приключения. Ты любишь смотреть приключения? Да, я люблю смотреть приключения. А фантастика, сказка, приключения, пираты такие смелые. Да. Так, ты знаешь про что? Я люблю смотреть про пиратов. Про пиратов, про Джека Воробья. Да, пираты Карибского моря. Точно, я обожаю. Я точно. И смотри, что я тебе принес. Я тебе принес. Вау! Корабль Джека Воробья. Это раритет. Корабль Джека Воробья. Джек Воробей, это мой любимый персонаж. Вот, смотри, он вот он сам. Красивый. Вот он сам. Вот он сам. А здесь тоже, здесь есть фигурка. А здесь вот тоже. Давай открывать, давай посмотрим уже на сам корабль. Это же, это новый корабль. Конечно. Джека Воробья. Конечно, я же тебе сказал уже. Так, это. так. О, здесь все вот эти персонажи в наборе есть. Они здесь... Вот эти вот все. Нет, нет. Здесь, капитан здесь, Салазар. Нет, на самом деле есть просто несколько разных кораблей. И есть корабль капитана Салазара, а вот это корабль Джека Воробья. Так. Давай уже доставать, давай. Так, сейчас я найду. Тут опять все так... Так упакованы эти игрушки, как ты говоришь, для... Это специально для того, чтобы они не разбились, когда их везут. Для транспортировки. Конечно. Кем? Вот купишь ты в магазине игрушку, привезешь домой, у тебя все там рассыпалось уже. А это упаковано так специально, надежно, чтобы у тебя ничего не повредилось до тех пор, пока ты не решил поиграть в нее. Ну, до них так тяжело докапываться. Вот, да. Вот, все. Так, один слой. Сняли. Сняли. Теперь давай так, отсоединим сам корабль. Помогай мне, потому что это такой вот длительный какой-то процесс. Ну, все, шнурочки. Тупые ножницы. Какие? А это вот что? Это тоже какие-то детали? Какие-то детальки? Да, давай, доставай сам корабль. Его, наверное, еще снизу крепится, чтобы не свалился. Ой, как тут развинчивается вся история? Тут надо скотч отлепить. Тут нарисовано стрелочками, куда крутить. Так, опять понадобятся ножницы. Получается? Да. У меня тоже. По стрелочке. До конца. До конца. Оно... Мне кажется, ничего не открутилось вообще. О, открутилось? Все я смогла, я открутила. Молодец. Так. Теперь нам надо достать пушку. А, какой корабль. Вот это я понимаю. Да, это самый настоящий корабль Джек Воробей. Ой, а он что? Он на колесиках? Да. Он на колесиках. Он такой с горчичными парусами. Корабль на колесиках с горчичными. Вот теперь ты можешь вспоминать какие-то сцены из фильма, где корабль Джека Воробья плывет по волнам, да, и вот его прям представлять перед собой. Руль крутится! Это не руль, это штурвал. Штурвал, да, штурвал. Штурвал крутится. Штурвал. Давай посмотрим, что еще есть. Так, хочу сейчас я Джека Воробья. Не отрежем только ничего, осторожно. Ага, молодец. Так, это у нас Джек Воробей, он один. Он один, он может стоять. Вот он такой вообще симпотный. У него тут какие-то... Это остатки упаковки. Остатки упаковки. Какой он такой вот. Вот смотри, тут есть такой... Отдаленно напоминающий, но все-таки напоминающий. Вот, смотри, что тут такое есть рядом со штурвалом? Ой, что это? Пимпочка какая-то. Вот, смотри, теперь посмотри, в ноге должна быть дырочка. А у него в двух ногах. Во, даже в двух ногах. В двух ногах. Вот надо, чтобы одна... А как правильно у штурвала стоят
вот сюда лицом правый... штурвал обычно. Понятно, что лицом, я же не идиотка, что ты говоришь. А как правильно, вот левой ногой или правой ногой? Если он станет правой ногой в пимпочку, то он станет прямо напротив штурвала, правильно? Где у него правая нога? Вот она правая. Правая нога, ой. Все, встал? Вот. Вот, все, он теперь стоит у штурвала, и он может... У него рука еще в На штурвале прям, все. Да, у него рука на штурвале. Он управляет кораблем и саблей размахивает в это время. Говорит, эй-эй-эй, Салазар! Салазар, сдавайся! Да, сдавайся, да? Посмотрим, что еще есть. Смотри, вот еще что есть. Что это такое? Маракасы. Похож. Похож. Маракасики, да. Можно ими. Да, можно ими по Джеку Воробью постучать. Но на самом деле, конечно же, это никакие не маракасы. А что это? На самом деле это снаряды. Это снаряды для пушки, которые тоже есть у нас вот здесь вот в упаковке. А так. Скотч такой надежный. Тут все надежное, понимаешь? Пластмасса хорошая. Скотч и тот такой надежный, что не отдерешь. Мы с Джеком хотим стрелять. Это очень хорошее желание. Вот я специально... Есть пушка такая. Давай попробуем выстрелить. А Пай. Куда она ставится? Она отдельно от корабля? Все, я зарядил, будь осторожен. Не направляй на меня, я боюсь. Да? Да. Это хорошо. Вдруг выстрелит. Дай я лучше. На, придумай, на что нажать. А куда она? Она же вот... Куда-нибудь, ты главное людей не отправляй. О, я нашла. Она что, она реально нажимай стреляет? Нажимай на кнопочку, нажми на кнопочку сверху, вот на эту. Ау! Вот, смотри, здорово, второй снаряд. Заряжай! Куда? Куда? Не, надо оставить, надо оставить. Про надо запас, понять, потому про что запас. У нас есть еще акула! Один страшный враг. Акула! Так, подержи пока. Сейчас я выну. Слушай, мне начинает нравиться эта история. Так, как мне раздобыть? Как сложно здесь все с этими... Ну, вообще в мире все сложно. Добывается. Все надо добывать. Вот все время трудом своим надо все... Ну, хорошая упаковка, понимаешь? Хорошая игра, хорошая пластмасса, хорошая упаковка. Что тут такого? Итак... Мы достаем злейшего врага Джека Воробья. Капитан Салазар у него злейший враг. А это просто... Акула! Случайно попутница. Давай я уберу. Акула! Значит так. Вот по кому мы будем... Давай, какая акула? Я готов. Она такая, а что? Приготовь. Она... Давай, такое... держи акулу, я буду в нее стрелять. Давай. Прицеливаемся посильнее. Блин. Огонь! Мимо, ты промазал, акула. Я промазал. Да, и она все ближе и ближе подбирается к Джеку. На, сама, заряжай. Давай, сама. Давай ты теперь акула, да. Ты акула. А я буду акула. А я, значит, Джек, давай рулим. Я просто купаюсь. Я тут плаваю. Ой. Их ты. А где? А почему не наживается? А, ты ж не зарядила. Джек, выходи! Промазала! Так, еще раз. А мы на абордаж. Я, кстати, не знаю, что такое на... А, опять промазали. А что когда такое Джек на абордаж? Уже упал. На абордаж, когда два корабля становятся рядом, и матросы с одного корабля наступают и атакуют матросов другого корабля прямо вот на их корабле. Понятно? А, на самом деле, да, нет, понятно. Понятно, потому что все время кричали на абордаж, а мне было непонятно, что такое абордаж. Вот на него, да, как раз, на этот абордаж и все и бегут. Все идут, вот. Идут на вот абордаж. Смотри, какая замечательная игрушка, да? Тебе она нравится? Впасть. Да, мне нравится. А в пасть она влетает? Нет, не влетает. Счастье. Ей можно с другой стороны засунуть. Она будет ее нести, как собака. Вот тебе, заряжай. А давай акула будет заряжать пушку. Да. Ты заряжаешься, стреляешь такой. Апорт! Она такая улетела. Она такая, о, сейчас принесу. Видишь, бежала. И в зубах приносит тебе. Да, вот твой снаряд. Да. Слушай, ну прям, вот это мне нравится. Мне очень нравится. Очень приятно. Столько всего можно делать. Интересного.
Джек, нет, у него двигаются... Ноги. И это то не главное. Очень. И руки. У него двигается торс. Он это... Да, сделал гимнастику, пошел с акулой погулял, и все нормально. Так, сейчас он под правую ногу встал. Все, да, встал, за рулит, штурвал. За штурвал. Пушка. Очень хорошо должно быть. Пушки заряженные стоят. Акула плывет. Акула! Вот она акула! Я. Акула, я сейчас по тебе пальну, акула. Зачем? Молодец. Заряжай. Пальнула. Акула, заряжай. Эй, ты, качественная пластмасса. Джек Воробей молодец, всех победил. Вот тебе снаряды. И будет побеждать. Да. И акула. Сколько бы частей не было, но Джек Воробей всегда всех победит. Всех победит. И акулу акула. Возьмем с собой, да? С собой возьмем. Поехали. Все, поехали. Поехали. Где же мне теперь взять эту немую Марию, чтобы у меня было два корабля, и чтобы я устраивала настоящие битвы, вот баталии? Вот такой корабль Джека Воробья, новый корабль Джека Воробья и немую Марию, корабль Салазара, корабль-призрак, можно приобрести в магазине Тойру. Вот иди и принеси.